Всем здравствуйте! Сегодня мы будем делать видеообзор по скворечникам. Начнем мы вот с этого встроенного скворечника. В этот скворечник встроенный поставлен у нас в 2016 году, но уже сезон скворцов был закончен. В этом году скворцы заселились. Что у нас по скворечнику встроенному? Доски строганные, доски не крашеные. Внутри сделана у нас палочка для выхода, для покидания скворечника и съемная крышка. Сейчас мы ее снимать не будем, там внутри скворцы, тревожить не будем. Скворечник заселен, со скворечником все нормально. Красный скворечник у нас крашен красной краской. Нитроэмалью. Первый год в нем жили воробьи, со второго года заселились скворцы, и он уже третий год живет со скворцами. Вот они бегают, не смущаются никого, никого не слушайте, красьте спокойно краской снаружи. Снутра доски не строганы на этом скворечнике, обычные доски. Жертва тоже окрашена нитроэмалью. Приколочен к яблоне на гвозди. Ничего не привязываем, приколачиваем, считаем как обыкновенная прививка. Это жертва за то, что скворцы убирают всех букараж. Синий скворечник у нас покрыт лаком полностью снаружи. Внутри ничего не делано, внутри также приколочены веточки для выхода. И поверх лака покрашена синей краской. Ни один скворечник у нас не имеет наклона. Наклон ни к чему. Отверстие приблизительно 40 мм. Либо по диагонали, либо квадратиком. Три вот этих скворечника рассматриваем слева. Слева у нас обработан снаружи гидравлическим маслом. Ничего страшного, скворцы живут спокойненько. Это хороший антисептик. Шест крашен нитроэмалью, средний скворечник у нас обработан тоже гидравлическим маслом, два шеста оба крашены нитроэмалью, и правый скворечник обработан морилкой. Он у нас вот так вот выглядит посерее, что примечательно. Висело сначала два первых скворечника, вот этих одинаковых. В правом скворечнике никто не селился. Мешали сучья яблони. Я сучья срезал, на следующий год заселились. В этих скворечниках во всех с первого года заселились скворцы.